Сейчас мы находимся в помещении санузла, второй этаж, идет финиш. На что следует обратить? Дефект, эффект, вопрос спорный, но тем не менее проблема возникающая. То есть у нас Юрий что делает сейчас? Покрывает балочки лаком. И с чем мы сталкиваемся? То есть такие вещи, как вот сюда посмотрим, вот сюда посмотрим, вот сюда посмотрим, вот сюда. То есть получается у нас какая ситуация? У нас углубление в балке от гвоздя, от тесания топором, либо еще каких-то дефектов. Эти вещи у нас зашпаклеванные были в свое время белой шпаклевкой. Если мы их вырываем шпаклевку, получаем банально дырку. И она не выглядит красиво. А если мы этого не делаем, то получается, как будто бы балки плохо обработаны. То есть покрыт потолок белым, и на балочке у нас виден белый цвет. Но на самом деле я не считаю это дефектом, а будем считать это эффектом. Но нет других вариантов, потому что на потолке белый цвет, и есть вкрапления белые в балочке. То есть выбрать их невозможно. Есть более серьезные вещи, вот, например, вот такие, видите? Здесь мы даже, если будем убирать ее, то даже уберем рисунок короеда, который...